Всем привет! Наши выходные в скобочках продолжаются, потому что мы снова работаем целыми днями. И Катя там сейчас дома делает один проект, а я иду сейчас к турку, мы будем делать другой. Выходные называется. Вообще, как ни странно, выходной у нас будет понедельник. Потому что в понедельник мы сдаем проект по Project Management. И потом у нас Christmas Dinner. Потом у нас рождественский ужин. И где мы будем приносить все еду со своих стран. Очень клево будет понедельник. Такое вот у нас странное расписание. На выходных работаем, а в понедельник отдыхаем. Я зашел в гости, меня накормили. Здесь это костариканский завтрак. Здесь получается такая вот тортилья, яйцо и просто соус. Очень вкусно. Thank you. Все, мы сделали уже алгоритмик. Он работает, слава богу. Сейчас нужно будет только написать отчет. И одна домашка готова. И самое сложное — это проектный менеджмент. Мы начнем это делать сегодня, целый день снова, и завтра опять. А в понедельник мы его сдадим, и будет выходной. Вот у ребят там, где я только что был, у них открывается вот такой вид. Прям с окна. Офигенно. А вот я уже дома и застал Катьку работающую. Да, я работаю. Кать, покажи наши системы. Ух ты. Вот здесь написано, что лучший результат 40. Ой, не сфокусировалась. Лучший результат возможный 40. И получился у нас 40. Поэтому мы сделали правильно. Теперь нам нужно написать репорт и готово. Мы поучились. И угадайте, где мы снова? Мы в Ашане. Ура! Потому что мы вчера забыли купить еды. Не еды, а продукты для того, чтобы Катя приготовила в понедельник ужин. У нас будет в понедельник рождественский ужин. Все, пошли, что мы стоим. Все одногруппники принесут что-то вкусненькое. Вот, и мы договорились, что все принесут что-то свое, то есть что-то национальное. И Катя приготовит что? Котлеты по-киевски. Котлеты по-киевски. Здесь сегодня людей очень много. Как в метро идем. Наверное, всем нужно готовить. А, сегодня же суббота. Завтра же просто не работает ничего, поэтому люди спасаются. Да, не сидеть голодными. Смотрите, здесь продают сейчас дыню за евро 37. И фрукты, как на рыночке. Помните, что мы покупали? А еще у нас дырка в пакете и картошка валяется по всему Ашану. Панировочные сухари ищем здесь уже минут 15, наверное. Мы же даже спрашивали консультантов здесь, и они сами так говорят, мы должны быть там, посмотрите, а если вот не там, то вот в соседних отделах. Они сами не знают, где это. Мы уже тыняемся здесь очень долго. Кать, нашла? Дайзеры, конечно, здесь молодцы. Мы не нашли, в итоге мы взяли просто... Просто сухарики. Да, просто их перекрутим. Они тоже не знают. Я спросил вот этой вот женщины. Она нас отправила в самый конец. Говорит, посмотрите там. Мы посмотрели там, ничего не нашли. Спросили там у другой женщины. Она такая, сейчас, подождите, я знаю, моя коллега должна знать. И она снова вернулась сюда, спросила у той же, и нас снова отправили туда же. В общем, в итоге мы купили просто сухари. Thank you.
немножко в Ашане нашли. Ну, до 700 евро стоит такса или Джек Рассел. Очень много. Это очень дорого. Очень. Мы тут такое себе придумали. Дима будет идти закрытыми глазами, только мне доверяя только моим подсказкам. Сейчас посмотрим, что получится. Зачем ты прикрываешь лицо? Потому что вдруг ты какой-то... Чуть правее, Дим, верничек правее. Все, иди. Вперед, давай. По чуть-чуть подходи, там сейчас будет этот топорожек. Через два шага. Еще дальше. Еще чуть-чуть дальше. И вот следующей ногой наступи на него. Да. Да, один. Все, иди. Иди спокойно. Четыре, стой. Все, теперь ступенька. Ой, ты в лужу прям сейчас станешь. Правее чуть-чуть пойди. И теперь наступай на ступеньку. Давай. Да, молодец. Вторая сейчас будет. Третья. Четвертая. Пятая. И сейчас еще шестая. Она маленькая. Она маленькая. Налево. Поворачивай налево. Еще налево. Левее поворачивай. Иди. Иди прямо, иди. Ничего нет. Куда ты? Ладно, переходим дорогу. Иди направо поверни. Еще направо. Все, иди. Нет тут бордюра. Нет бордюра. Иди. Чуть правее. Иди, иди, спокойно, спокойно. Все, теперь разворачивайся налево. Ну, он тут не бордюра. Направо. Иди. Иди, иди, иди. Иди, все в порядке. Нет, она делает косточку. Иди. Иди прямо. Иди. Стой, стой, направо чуть-чуть. Верни. Все, иди прямо. Тут была эта херня. Чуть-чуть правее, Дим. Чуть-чуть правее. Вот. Я же тебе сказала. Ну, это такая хернюшка. Я смотрю налево ее. Куда ты пошел? Ой, стой, Дим, открой глаза, будет надо пойти. Иди, 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 поверни налево. Прямо. Иди прямо. Чуть-чуть правее. Чуть-чуть правее. Все, иди, иди. Спокойно, иди. Нет, тут колонн. Нет, ну ты их уже прошел. Они там же здесь стены. Иди давай. Нормально иди, Дима. Дима, иди нормально. Правильно. Ты закрытая глаза, а? Ты делаешь? Ты не той стороной сунул. Молодец. Ты заходи. А ты сам уже не будешь? Прикольно? Да, прикольно. Мы только что были у девочек португалок. Делали с ними опять домашку. Вот у нас сегодня такой трудовой выходной. И вчера. Да, и ну, вчера у нас была пятница трудовая. Сегодня трудовая суббота, и завтра нас ждет трудовое воскресенье. Да, я уже говорил, что у нас так получилось, что... На выходных мы работаем, а в понедельник мы отдыхаем. А в понедельник мы сдаем проект утром, и да. Потом мы гуляем. Мы поедем за подарком. Да, что... мы еще не купили нашим секрет-сантам подарки. Нашим секретным друзьям, да. Да. И в понедельник... Да, в понедельник у нас рождественский ужин. Да. Катька попробует приготовить
котлеты по-киевски, да? Да, я буду готовить котлеты по-киевски и, наверное, сделаю картошку с грибами. По какому? Или, а может, не с картошку с грибами, а пюрешку. Короче, я решу еще, я не знаю. Но я не видел, ну, что они здесь едят пюре, поэтому, может быть... Мне кажется, что едят. Да? Да, мне кажется, что... Но я все равно приготовлю. Да. Все, что мы видели, что они здесь едят, это просто огромный багет и посередине маленький сэндвич, такой да, они постоянно слой едят сэндвичи. Этого хамона или какой-то другой колбасы. Да. В общем, они едят багет. Будем прощаться с вами. Если честно, мы не знаем, завтра выйдет ли наш влог, потому что мы завтра планируем целый день работать. И это уже будет третий подряд рабочий влог, поэтому мы решили... Не знаем, есть ли смысл его выпускать, но мы еще не знаем, так что проверим. Вдруг там что-то интересное будет. Да, мы пока не знаем, что с нами произойдет завтра. А сейчас всем пока, до следующего влога. Пока.